Всем здравствуйте. Мои бегемоты продолжают выполнять поставленную задачу, а задача у них освободить занятые ксенонами сектора сплитов. Семью Зьярд я решил взять под свою опеку. Задача освободить все занятые сектора, ну и в дальнейшем оберегать их от проникновения извне. А далее смотрим, как это было. Да, как ни странно, мои бегемоты никто не погиб даже. Они вот солнечную станцию почти уничтожили, но стреляют, молодцы, кружатся вокруг нее и стреляют. А я здесь поймал одного Кея, пострелил ему двигатели. Но он все-таки уничтожил эту станцию, но я не мог смотреть, как она уничтожается, решил помочь. Да, хотел помочь, прилетел сюда. Но я ничего не могу сделать. Я уничтожил все двигатели, уничтожил все навесное вооружение, кроме двух щитов. Ну, щиты эти я не могу уничтожить. И двух пушек. Я не могу пушки выбрать. Не знаю, это так задумано. Или как? Вот они, вот две пушки, которые по мне ведут огонь, а я ничего не могу сделать. Я не могу их выбрать, чтобы уничтожить. Поэтому я взял одного бегемота и направил его сюда, в этот сектор. Его нужно уничтожить. Этого нужно уничтожить. Дело принципа уже. Вот здесь вот где-то модули. Как их выбрать? Вот они. Вот видно их на экране. Вот, я наконец-то смог это сделать. Уничтожаю. В таком случае. Ну что, двигатель отремонтировал? Или это я рейды там совершаю? Очень мощное орудие. И щиты у них такие мощные, я ничего не могу ему сделать так долго. Фух, одно уничтожил. Этого мало. Я как-то так подобрался, получается, вот отсюда. И смог выбрать турель. Или с другой стороны. Не, с другой стороны, вот так. Не получилось это сделать. Ну как же я его выбрал? Ну все, не дает. Вот. Ничего не могу сделать. Попробую вплотную подлететь. Навестись. Где они? Не вижу. Где ты? А вот оно, это орудие. Ничего-то не видно. Ля, так получилось навестись. Вот так я тебя сейчас снесу. Пока ты там стреляешь по станции. Успеть бы только до уничтожения. Мощная, мощная эта турель. Все, он игрушечный. У него ни одной пушки не осталось. Остались только щиты, которые я, у меня не хватает мощности орудий снять их. Чем поцарапать даже. Что, буду стрелять, а что делать? Буду ждать, пока мой бегемот подтянется. Надеюсь, мы спасем эту станцию. Где там далеко он еще, дружище? Где там мой первый бегемот? Он еще даже не показался на горизонте. Вот он. Давай, разгоняйся быстрее, я жду тебя. Подмога прилетела, вызволять Кея. Прилетели, а? Кто ж вас звал?
Ну прости, сейчас ты еще покраснеет. Да покраснеет. У меня читы уходят. Будет беда. Да посмотри, кто-то по мне так разрядился. Да откуда вы, лях? Все прилетели спасать Кея. Блять, сколько их. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не, станция не жилец. Ух ты, мне хана. Да не дело, затогнали меня. Как бы мой бегемот не попал в ловушку. Да как вы замахали? Не, это труба. Ухожу. Бегемот мы здесь. Хотя бегемот даст нам жару, кстати. Давай вот так вот. Бегемот им даст там. Или что? Или что он там им даст? Да не, ну глянь, сколько их вообще. Они серьезно настроены на уничтожение этой станции. Ой-ой-ой. Погнали. Выбора нет. Нужно вступать в бой. Мне их нужно растянуть. Он как утюг, разгоняется и также тормозит. Нагревается и также остывает долго. Этот корабль. Я станцию не уничтожит, боюсь. Да, они уничтожили. Все было зря. Почти. Бегемот, что ты делаешь? Боже, что ты делаешь? Дроны, он там дроны что-то выпускает. Боже, что творится? Что он делает? Мой бегемот. Ладно, буду надеяться, что он знает, что он делает. Пульсар. О, боже, пульсар-агрессор. Там на борту были два пульсара. Вот что он выстраивал там. Да елки-палки. Ну зачем? Это что такое за приказ? Кто это? Удалить приказ. Атакуй. Боже, он наслал туда всех этих. А теперь понятно. Туда два пульсара прилетело, которые были приписаны. Да. И рука же, наверное, там. Мозлый бегемот отправил туда этого пульсара одного в такую толпу. Они ему, у него же кожу живьем сняли. А сам главное крутится, вертится там. О, начал стрелять куда-то. Там ноет. Мой же, наверное. Кто там так воюет? Это мой бегемот или что? Перлы выдает. Да кто? Подожди. А ну-ка, пауза. Кто здесь воюет? Пульсар. Твою дивизию. Да, это он.
Ржа кричит. Это ты ржает. Нет, это я ржа. Нет, это ты. Нет, это я. Такие там. Цар, убей, пожалуйста. Прячься. Мне так неприятно, когда уничтожает мой корабль. Не могу на это смотреть. Мочите вот этого, мою цель. Пока он не уничтожил моего. Черт с ним, с этим пульсаром. Ну что ж, так получилось. Бегемотик он Кея подранил. Маму. Так, остались щиты. Ну, я даже щитам ничего не могу сделать. В общем, ладно. Ладно, бегемот закончит дело. Добьет. Астрид, давай, продолжай дальше. И путешествия, у тебя есть там приказы, а я в бегемота погнал. А, успел. Молодец, бегемотиха. Это какой же на твоем счету? Пачками их уничтожаешь, пачками. Молодец. Все, спас станцию. Да, ценой, конечно, самого корабля. Здесь вот теперь нужно много компонентов, но это поправимо. Мне на палубу. Большой корабль, надо сказать. Его нужно в док и на ремонт. Жду распоряжений. Потом. Давай в док. И на ремонт. А хорошенечко там его отремонтируйте. Будьте добры. О, молодец, сразу продезинфицировала. Да, чистота, залог здоровья. Все верно. Помыл он со шланга. Так, погнали. Ну что будем делать, бегемотиха? Тебе нужно отсюда как-то выводить, а там Кей подбирается. Воевать опять я не хочу. Один на один. Это было долго. Тем более он куда-то направляется по своим делам. Ну и ладно. Поэтому возвращайся. Опять сектор, здесь нужно оберегать. Здесь бывают бандиты, которые бесчинствуют. О, пожалуйста, ксеноны буянят. Меня же не остановить. Я все дальше и дальше. Получается, сначала зачистил вот этот сектор. Но я не смог остановиться. Дальше погнал сюда. Здесь уничтожили брата с Аргон. Вместе в паре. Аргон тоже помог в этом деле. Получается, с двух флангов. Так, я начал продвигаться. Стоп. Да, вот сюда. Это сейчас сектор нейтральный. Владение Зиард. Здесь Аргон пытается построить свою базу. Потом я здесь побывал. Здесь вот уничтожил станцию. И добрался вот сюда, семья Нут. Сейчас вот идет зачистка сектора. Здесь я же буду полностью зачищать, уничтожать. Буду здесь блокировать, поставлю, окружу их вот так вот с двух сторон. Они будут в окружении. Не знаю, вот здесь, по-моему, еще есть проход. Вот так вот есть, можно будет прыгнуть. Но еще неизведано. Вот здесь у меня, получается, стоит защитный, по-моему, ванпост, который здесь все крушит. И вот здесь поставлю с этой стороны. Здесь идет мой отряд из 20 гидр, они уничтожают все. Вообще преград для них нет. Это просто какие-то сатанистские войска. Не знаю. Любой ксенон. Ну и правда, я еще не встречался с ксеноном Ай в бою. Но Кей, и даже два Кея плюс окружение, они уничтожают. Только хлоп, фу, и нету. Ни Кея, никого нет.
Бегемоты, конечно, в этом плане просто как малые дети. Но они для другого. Они штурмовики, они вот штурмуют у меня здесь здания и фабрики. Ну, получается, я залетаю сюда. Залетаю в сектор гидрами, 20 штук. Прокладываю дорогу, зачищаю. Дальше идут бегемоты. Бегемоты уже как тяжелая артиллерия здесь сносят все. Все защитные сооружения. Вот я беру так вот, вот. Давай сюда. Координировать атаку и погнали. Потом вот этот, сказал, в конце я зачищу. Все, координировать атаку и здесь, на этом все. Больше я же не вмешиваюсь. Они сами там все решают, все делают. Все хорошо. Какое-то чудо произошло. И они теперь работают четко. Не летят в атаку. Ну иногда бывает, конечно, но я все-таки посмотрю одним глазом, чтобы было все в порядке. Чтобы у них ничего не произошло такого неожиданного для меня. Чтобы никто у них не погиб, глупо. Подожди, что-то здесь. А, нормально, здесь я поставил башни и отряд, который уничтожает здесь все. Да, здесь у меня еще 5 гидр, которые контролируют вход вот с этого сектора, который в будущем буду зачищать. И также здесь я поставил башни. Они как бы встречают левый фланг, а гидры уничтожают все остальное, правый фланг. Здесь есть ресурсы в этом секторе. Здесь у меня Астрид, она контролит уже непосредственно вот этот участок. И получается, Ксенон сюда направляет своих шахтеров для добычи ископаемых, для добычи ресурсов. Но здесь это все уже в прошлом, они же не смогут так сделать. Давай сюда. Этот канал я им перекрыл. Жду распоряжений. Сначала я дал приказ координировать атаку. А, вот, на цели. То есть, если нажать дополнительно правую кнопку на цели, можно моментально отдать. Вот тут есть такое меню, вот есть пункт «Отработать контрольную точку». То есть, если я сейчас нажму, то все вот эти вот приказы... Сейчас что происходит? Бегемоты выстраиваются, ну, такую себе, ну, формацию, да? Вот. И в дальнейшем, когда они будут все на своих местах, они откроют огонь. Только тогда. То есть, если я нажму вот так вот на цели... Вот здесь, вот на этом значке. Отработать контрольную точку, то тогда вот они не будут выстраиваться, а просто сразу ринутся в бой. Что помогает. Ну, нужно еще, конечно, приловчиться. То есть они не будут вот так вот выстраиваться прям, а сразу кинутся в атаку. Автозапуск, да. Ну, то есть можно еще, я так понял, выбрать нет. А что такое автозапуск? Это когда они вот так вот выстраиваются, и когда все готовы. Дальше ведущий дает команду на то, чтобы они все начинали атаку. Если убрать вот этот вот пункт, ну, изменить его, то, я так понял, будешь ждать команду на начало атаки. Это предположение, я еще не пробовал, нужно попробовать на ком-то поменьше. Ну, могут с помощью вот этих вот гидр. Так, ну это такое уже, это не обязательно, это я сделаю, но чуть позже. Приступлю к реализации плана. Здесь я хочу построить защитное сооружение. Здесь будет мой аванпост. Для начала вот я беру 5 на 5. Это, ну, такой стандарт, который я принял для себя. Так дальше и буду делать. Давай далее. Начинаю строительство. Загружу план. Это, кстати, я думаю, может быть, его освежить. Я вот не помню, вносил ли я изменения дополнительно после того, как я сохранил за чертеж. Или не вносил. Посмотрим, ладно. Будет стандартно. Если будут врезаться, ничего страшного. Пусть корректируют свои скорости. Так, далее. Загрузить. Защита админцентр. Да. Подходит. Подтвердить изменения. Ресурсы. Управление. Только я. В принципе, навряд ли кто-то еще привезет в этом секторе ресурсов для меня. Поэтому можно смело это выбирать. Мне нужно нанять застройщика. У меня освободился мамонт. Верфь моя построена. И готова к использованию. Сейчас идет накопление ресурсов для постройки. Я даже сделал заказ. Уже 5 и
Ну, заказал гидро. Жду распоряжения. Жду, когда накопится количество определенных ресурсов, чтобы их изготовить. Там нужны компоненты орудий. Очень много требуется. Это я для себя зафиксирую. Хорошо. И дальше я буду уже вести свои материалы. Согласно этого списка. Я думаю еще поставить вот здесь. Пока его не отстроили. А то аргон захватит. Я не знаю, есть такая возможность, чтобы... Я хочу посмотреть. Может быть, можно будет передать, допустим, эту станцию и сектор под контроль обратно сплитам. Как вариант. Но для этого нужно его захватить. Поэтому... Да, вот здесь он куда-то летит. Защищать. Ладно, тогда я построю здесь свою станцию тоже. А, ну есть тут мамонт? А, вот есть, кстати. Возможно, он уже выдвигается на застройку. В общем, нужно застолбить. Чтобы потом передать сплитам. Ну, как вариант. Я рассматриваю такой вариант. Это не окончательное решение. Ого, здесь какое большое сооружение. Ну, будет уничтожено в любом случае. Пощады не ждите. Будет все снесено. Сейчас я проведу разведку. Посмотрю, где лучше расположить станцию защиты. Может быть, здесь есть врата, которые будут соединять от защиты. Так, может быть, тогда здесь ставить. Посмотрим сейчас. Здесь вообще, что он хочет там защищать. Если нет, тогда вот здесь расположу. Руканжу, что здесь, как обстановка? Здесь ничего нет. Сейчас еще контрольные туда пролечу. И давай назад стыкуйся. Ну вот, только сказал, залазил. Они полезли. Давай сюда. Если такое происходит, я вижу, вот хпшки уходят, значит они слишком близко как-то подобрались и... Чем неудачно. Тогда я отменяю этот приказ. Они отходят дальше. Сюда. Ну и потом вот отсюда. Координировать атаку. Ну, чтобы... Ну, желательно вот так вот... Значит, они слишком близко подходят, и вот эта часть начинает вести огонь. Ну, в общем, так вот должно помочь. Так, что здесь? Защитная станция, еще электростанция. А, вот она что. Вот он сюда. Ну, пусть они его разваливают. Я буду здесь пока заниматься. О, кстати. А вот и застройщик. А вдруг он свободный? А ну, давай, все посмотрим. Может быть, я успею его арендовать. Мне кажется, он уже направляется строить. Вот тут защитную станцию. Поближе. Вот так. Вот. Далее. Давай вот так. Да, ну. Да, он занят. А, вот, свободный. Отлично. Отлично. Хорошо. Я его нанял. Нужно какую-то охрану организовать. Здесь готов. О, отлично. Здесь уже построились. Раз, два, три. Четыре гидры. Давайте-ка вот сюда. Защиту от этого, этих врат. У меня будет здесь строительство происходить. Так, как здесь обстановка? Нет, они все равно что-то не то. Какая-то особенность здесь. Они пытаются атаковать центр. И, а здесь вот такое вот изогнуто. Попробую зайти с другой стороны. Я сейчас как раз все изучаю. Как лучше, как что. Давайте вот так. В том случае, друзья мои. Мои штурмовики. Давай сюда. И отсюда уже будете нападать. Корректировать атаку. Можно, конечно, не обращать внимания. Здесь урон небольшой. Но непорядок. Прилетел Ай. Я думаю, что это за корабль такой здоровый. Думаю, мы... Обычно гидры Кикея разбирают за несколько секунд. А это прилетел Ай. Вот дела. Не понимаю, сколько у него ХП.
У него еще много щитов. Во-во-во, как бы он не уничтожил моего мамонта. Похоже, они психанули. Да уж. Так, только бы мы ей держали победу без потерь. Гидры уничтожают все. Сейчас вот Ай, интересно, то похоже, что уничтожит. А он стреляет по моей станции. Здесь была атака такая массированная. Вот он, кей, раз, кей, два. Ну, куча вот этого мелкого, я не считаю. Ай прилетел. Тоже решил поквитаться со мной за сектор, потому что я у них тут его практически уничтожил. Бля, сколько у него ХП. Он атакует мою станцию. Ух, ну посмотрим, посмотрим. Да хана ему. Здесь Рукан же отправил на разведку. Почему-то сектор я не могу захватить. Видимо, еще есть вражеская станция где-то. Я ее не вижу. Где-то прячется. Ну все. Отлично. Они практически Ая этого разобрали без потерь. Лян, как он стреляет. Ужас, ужас. Лян, как бомбит мою станцию. О, вот это да, это что такое? Супер корабль. Ничего себе. Хотел посмотреть, как он. Какое у него главное орудие, как стрелять по моей станции. Почему-то гидры перестали стрелять. Мы получили сообщение об эпидемии африканского гриппа в секторе. Просим всех гостей пройти в медицинский отсек для вакцинации. Ого, и лазеры. Бух. Это что, модуль? Это хана ему. Это... Конец. Все, он уничтожен. А это что такое? Это корабль. Ну нет. Ну да. Сам взрыв мне не показали. Шандарахнул. Хорошо. Вот это да. Я... Первый, это первый Ай был уничтожен. Это все сделали гидры. Они просто разрывают. 20 штук здесь уничтожают все, что... Кроме, конечно, станции. Станции... А вот еще одна. Вот она где. Из-за этого я не могу захватить сектор. Вот это да. Вот это, конечно, вообще. Они... Ну, они... Они уничтожают все. Все, кроме станции. Станции уничтожают бегемот. Но гидры... Это просто какая-то имба. Может быть, конечно, еще есть такие... Корабли я еще не пробовал, пока только с гидрами. Но 20 штук просто уничтожаю. Все, кстати, еще прилетел. Ну, что? Контролит. А я хотел было на него напасть, но смотрю, у меня Ай здесь появился. Это он здесь вот блокал. Здесь была какая-то... Он здесь маленькая атака, здесь ни о чем. Ну давай уничтожим того Ая. Вернее, Кея. Те трое, я боюсь, не справятся. Три гидры. Нужна подмога. Давайте сюда и крошить здесь всех. Да, Ай на боковую пошел. Шикарно, шикарно. Я бы его распилил бы. Как маньяк. Все, я хочу переработать. Все на металл. Да, Кей сюда хочет контролить моих. Здесь вот возле врат встать и расстреливать всех, кто... Всех, кто движется здесь. Всех он хочет уничтожить. Ну, тут мои гидры. Подскочили. Жду распоряжений. Сектора зашевелились. Жизнь появилась.
Как только я заблокировал передвижение Оксенон, начала появляться жизнь. Движение. Давайте в атаку. Он сейчас уничтожит здесь союзные силы. Уничтожим Цербера. В атаку. Окей, улетает вот он. Почти моментально. Уже половина щитов нет. Несколько секунд и все. Это 20 гидр. Щиты сняли. Ну и сейчас дело за малым. Не машите руками перед камерами наблюдения. Отвлекая операторов, вы препятствуете обнаружению правонарушений. Готов. Все, авангарчик. Молодцы, отличный отряд. 20 штук, самое то. Можно, конечно, побольше было, чтобы быстрее, но нет у меня ресурсов. Давайте-ка сюда. И здесь контрольте. Моя стадо бегемотов. Да, здесь каждый сектор — это просто произведение искусства. Шикарный спутник планеты. Где-то еще должен быть враг. Ну а пока на этом все. Спасибо вам за ваше время. Ну там лайки, все дела. Всем пока.